Окей, матч с «Зенитом» закончился поражением, но многие отметили и характер, и качественную игру «Спартака». Как бы ты подвел итоги этого матча в Петербурге? Я считаю, что вся команда, каждый из нас вышел на поле с хорошим настроем, с хорошим характером. Матч развивался не лучшим образом из-за маленьких деталей, но в целом наше отношение оно было отлично. Перед тем, как «Зенит» забил второй мяч, как показалось, соперник несколько раз нарушил правила, в том числе тебе наступили на ногу в чужой штрафной. Удивился, что судья даже не пошел посмотреть повтор? В матче все происходит очень быстро, все сгоряча, там не понять сразу. Честно говоря, эпизод с фолом на мне, там в игре я не особо понял, но потом я пересмотрел эпизод, и на самом деле там был очевидный пенальти. Конечно, в таких эпизодах должен вмешиваться ВАР, ну и дальше там тоже были эпизоды с Романом Зобниным и офсайд. Но в любом случае мы должны сконцентрироваться на предстоящей игре и показать все, что мы можем дальше. Ты отличился в Петербурге и забивал практически во всех матчах этой весной, в которых выходил в стартовом составе. Доволен ты своей формой и статистикой? Когда главный тренер, тренерский штаб и команда во мне нуждается, я стараюсь показать максимум, стараюсь отдать всего себя на поле, помочь команде и голевыми передачами, и голами. В целом, всегда помогаю команде. Сейчас я чувствую себя хорошо, в хорошей форме, психологически также чувствую себя прекрасно и стараюсь каждый матч прибавлять. Впереди у нас матч с Химками, это явный аутсайдер лиги. После такой эмоциональной игры, которая была в Петербурге, легко ли будет настроиться на такого соперника? Однозначно просто не будет. Это команда, которая умеет досаждать, в том числе лидерам, поэтому мы должны в любом случае настроиться максимально и играть от себя, играть свой футбол, атаковать и выходить хорошо психологически настроенными, и чтобы побеждать. Сейчас «Спартак» борется в концовке сезона за второе место. В следующем сезоне мы должны рассчитывать на большее, как считаешь? Сейчас, конечно, наша цель – это второе место. Мы на протяжении многих туров занимали это место. И сейчас должны вернуть себе второе место, понимая, что «Зенит» уже занял первое место. Ну а в следующем сезоне посмотрим, нужно завершить все дела наши в этом сезоне. Алло, да? Спартак Медиа, Кейта Вальде, добрый день, как дела, хорошо, отлично, спасибо за поддержку, давай Спартак. I wait all the supporters in the stadium.